Всем привет, друзья! Наконец подводим итоги конкурса, который я запустила еще в Грузии. Сколько там человек? Есть хоть кто-то? Пока непонятно. Вот появились, да. Всем привет! Подводим итоги конкурса. Напоминаю, условием конкурса было поставить лайк на каждую публикацию с Грузии и написать хороший коммент мне. Среди всех тех, кто ставил лайки и комментировал, я сейчас выберу 3 победителя, которым отправлю на карточку по 5000 рублей. Изначально я хотела отправить 15000 рублей одному победителю, но потом решила, что будет честно отправить 3, потому что так больше вероятность, больше шансов у кого-то выиграть. Все согласны, да? Аврора согласна? Я комментил, я согласен. Ты ставил мне лайки? Комментил, да. А что-то я не видела. Я жду свою пятнашку. Я что-то ни одного комментария. Жду свою пятнашку. Ну что, начинаем тогда выбирать? Дай, иди сюда тогда. Да? Ты бы кота еще закрыла, чтобы он не мешал. Ну, не мешает. Ну, сейчас будет, значит. Короче, вот мы собрали комментарии с первой публикации. То есть, если выполнили правильно все условия моего конкурса, то, соответственно, на первой публикации должен стоять лайк и должен стоять комментарий. По первой публикации мы собрали все комментарии. На первой это где я тебя завалил? Да, это где ты меня завалил. Где Лёня меня завалил. Я не так на фото её завалил. Я вот так. Ладно, что, я жму. Так, что, выбираем первого победителя? Да. Будем проверять, стоят ли комментарии и лайки на все посты из Грузии. Ты как, тут до хрена. Ну, выборочно, так же. Ладно, давай выборочно. Итак, первый победитель. Жму. Давай. 44. 44. Романанарта. Романанарта. Сердечки ставят. Это считается за хороший комментарий? Ну-ка еще раз. За хороший комментарий сердечки. Да, сердечки считаются хорошим комментарием. Ну, давай посмотрим. Так, вот, значит, твоя лента. Это мой аккаунт. Ну что, выборочно смотрим? Давай. Не стоит. Не стоит. Давай дальше. Сунь, так это мы очень долго будем проводить. Ну, вот так вот. Давай, не стоит, видишь? Вот так вот, 5 косарей. Вот так вот, а могли бы 5 тысяч. А может, это просто или подписчик, который от души тебе поставил сердечко. А ты типа вот так вот. Давай. Ладно. Ой, что-то 2 у меня высветилось. Это как так? Ну, не знаю. Надо выявить. Ну, хорошо, тогда проверим Екатерина. Вот эту вот девочку проверим. Екатерина Шкурипий. Я так и знал, что все куплено невозможно. Просто на самом деле мы можем проверять по одному посту. Если там есть лайки, то, скорее всего... Так и знал, что невозможно выиграть. Ну почему опять нет? Ну я не знаю, Соня, почему опять нет. Видимо, твои подписчики просто от души ставят лайки. Давай здесь посмотрим. Либо у меня кривые руки. Нету. Соня, я тебе говорю, мы так будем 3 года определять победителя. Нет, может, конечно, надо полностью написать этот. Может быть, Инстаграм лагает. Шкурупи. Шкурупи. Не находит. Ты секс. Спасибо, брат. Ну, давай вот 2-го победителя. Вот Милославская К. Будем проверять так. Привет, красавица, тебе пишут. Угу. О, есть. Милославская. Да. Ну, вот у нас есть... Давай еще проверим одну публикацию, если все ок. Давай. Вот можно на... В купальник давай. Давай. Нужно действительно комменты читать и выбирать из них. Дорогой ты наш человек, и все так и будет, просто мы в прямом эфире выборочно проверяем. А после прямого эфира наш менеджер проверяет досконально. Досконально. Ну вот, лайка нет, да? Ну да, Соня, ну я тебе говорю, так 3 года можно разыгрывать. Они просто тебе от души ставят лайки. Они, может, даже и не знали, что у тебя конкурс идет. Ну как не знали? Знали. Ну как не знали, почему тогда 3 победителя нигде нету?
Давай еще парочку. Если нет, то, соответственно, завтра придумаем более совершенную модель проведения конкурса и по новой проведешь прямой эфир. Может быть, я тогда просто выберу из тех, кто чаще всего комментил, потому что... А как ты выберешь, кто чаще всего комментил? Ну, я их уже знаю, я их видела. Ну, можешь тогда так сделать. Следующий. А он, смотри, по 3 человека. Давай-ка еще раз. А как, почему? Непонятно, в чем дело. Друзья, сейчас мы обновим, а то, видите, у нас лагает этот сервис по новой. Кто победителем станет? Снова Милославская К. Только что была. Еще раз. Еще раз. А теперь 2 человека стало. А почему лагает так? Да лагает почему-то. Ну вот давай Регину проверим. Хороший коммент. Я вас обожаю. Сервис, блин, несовершенный, потому что. Блин, а скинулась. Да. Ну, а что ты скинул? Ну, я, блин, хотел это. Ну, давай по новой. Это Регина запомнила? Как-то? Нет. Ну-ка, вернуть можно? Нет, и вернуть нельзя. Ну, Регину мы можем найти ручками. Давай ищи. Тут всего 1148 комментариев. Проверяй лайк. Да мне сначала бы ник узнать, как у Регины пишется. Соня, ну до Регины, к сожалению, у нас по новой проводим. Давай. Определяем победителя. Снова Милославская. Слушай, мне кажется, глючит программа. Слушай, глючит программа, да, сейчас, друзья. Сейчас, на, держи пока. Сейчас я через телеграм. Пока что на меня посмотрите. Ну. Да что, не дави на меня. Пишет, я выиграла 5000 рублей. Пока что нет. Кстати, мне кто-то в комментах уже сегодня писал, что выиграл 15. Не знаю, в каком вы конкурсе участвовали, но точно не у меня. Это был я. Да? Да. Давай заново. Давайте еще раз. Вот, снова на манеже все те же. Копылкова! Копылкова. Ну когда уже детишки такие улыбашки пойдут? Мне кажется, что вот девочка явная претендентка на победу. Давайте посмотрим. Вот Копылкова. Есть ли Копылкова в лайках? Блин, я так пластался. Каждый день лайки ставил, и что? Да прям. Так, каждый день лайкал тебя, все. Ну, Соня, у тебя несовершенные условия конкурса. Реально, человек уже даже, наверное, если он решил участвовать, он уже 10 раз забыл, что он участвует. Нету Копылковой. Девочки, ну чего вы подводите? Условия же были поставить лайки на все публикации с Грузии и комментарии. Да половина вообще не знала, походу. Это знали только те люди, которые видели тот пост, а те, которые видели, забыли через 3-й день уже, что надо лайкать. Надо более экспресс-конкурсы тебе проводить. Ну как? Ну давай, короче, что, ну что делаем, еще 2 людей пробуем. Если действительно победитель, то придумываем завтра более совершенную механику определения победителей. На и по новой. На один пост, например, да, с одного поста. Собираем. Ну разыграем, соответственно. С одного поста. Да, с одного поста. Давай. Тут все честно, Леню знаем. Спасибо, друзья, я рад, что вы знаете, что честно. Из-за Лени все честно. Ну из-за Лени, ты-то известный мух, я вообще-то. Леня Гаран, Анастейша 19. Анастасия. Киску она поставила. Лисичку. Лисичку. Мощный комментарий. Мощный комментарий. Ну что, давай на Анастейшу 19 смотрим. Ну, этот пост-то не надо смотреть. Почему? Ну, это не Грузия. Как не Грузия? Ну, это не Грузия, это Бали. Мы смотрим по постам из Грузии. Ну, так это еще посты надо было выбирать. Естественно. Какие у тебя тяжелые конкурсы, вот, Соня. Давай вот этот. Да, ребят, согласитесь, вообще нереально выиграть в них. Слишком тяжелые конкурсы. Абсолютно легкие. Все, где есть снег, фотографии можно. Ну что? Ну нету. Да, Соня, да невозможно реально понять, что этот пост был не из Грузии. В смысле, если я стою в купальнике и... Ты в Грузии стоишь в купальнике? С цветком в голове это явно не... Хорошо, даже если это Грузия, там не было ее лайка. Не было лайка. Что мы делаем в итоге? Завтра тогда проводим конкурс. Ребят, что делаем? Давайте завтра тогда завтрашний пост. Те, кто участвует в конкурсе... Ну давай еще раз попробуем, давай. Чтобы они поняли, что, блин, реально это просто несовершенная механика конкурса.
Я думала, что все будут выполнять условия, если да, честно. Да, я каждый день. А смысл тогда ставить комментарии и не выполнять все условия, и не выигрывать денежки? Мне кажется... В плане смысла-то тебе просто подписчики комментят от души. Им даже не нужны деньги. Короче, не комменти без денег, Соня. Она говорит, смысл комментить, все ждут. Да нет, ну просто если это конкурс. Ну, это вообще на английском девочка выиграла. Она beautiful пишет. Лин вот это? Да, она, мне кажется, даже не знает, что она участвует. Нет, это точно. Так, давай дальше тогда. Настя, 19, вот, которая в эфире. Ты скажи, ты чего не лайкал все посты из Грузии, комменты не писала? Так бы 5000 выиграла. Ты что творишь-то, а? Реально. Да, друзья, Соне надо просто ехать на день рождения, и мы думали, мы быстренько сейчас раскидаем все, а что-то быстренько не получается. Не оставляйте, да, друзья, ну, в любом случае будет честно. Настя, ну смотри, вот в прямом эфире Анастейша, 19, говорит, что она лайкала. Ну вот смотри, чтобы ты понимала, что мы не врем. Вот смотри, первый пост из Грузии, смотрим твой лайк. А так, нижнее подчеркивание. Почему он не ищет, во-первых, Инстаграм? Ну, вот так вот. Что вот так вот? Ну, так нет лайка, потому что... Ну, как нет лайка, если мы с этого поста комменты собирали? Странно, если есть этот... Нет. Реально нет. Анастась. Видишь? Как так-то? Может, Инста лагает? Анастась, все правильно написано. Правильно же написано? Настя, ну ты же вот видишь, ну реально... Ты же знаешь, что у нас все честно. Вот смотри, вот заходим. Пост из Грузии. Вот впишем, смотри. Нижнее подчеркивание. Кстати, Настя, ты, по-моему, у нас и выиграла в прошлом конкурсе. Там девочки написали. Да, Настя, ты у нас что-то выиграла уже? Нет, это, по-моему, другая была. Анастасия. Видишь, не ищет. Да, нет лайка. А Настя говорит, что все лайкала. Реально, вот видишь, нету, Настя, смотри. Точно должен быть лайк. Вдруг, ну какая, друзья, что нам делать с ошибками? Ну вы же понимаете, что. Цукерберг, Маркуша, у тебя с Инстаграмом что вообще? Ладно, давай дальше посмотрим. Магическая помощь. Это точно нет. Как, в тему, в комментарии. Да нет. Вот хочет выиграть 15 000 рублей. Все. Объясню почему. Объясняет почему. Но вот это точно должна. Благодаря вам, мой молодой человек, сделал мне предложение. Он на вас подписан. И мы в свадебное путешествие летим в Грузию. Девочку. Я бы тоже хотел сделать ему сюрприз. И это была бы замечательная возможность выиграть у вас. Соответственно, если она девочка, пишет такой комментарий. Да. Значит, она точно должна участвовать. Да. Но давай проверять. Потому что если сейчас там не будет лайка, то, соответственно, Инстаграм лагает. Она Тима, есть. Так, есть. Первый комментарий. Это отлично. Давай еще один проверим. И мне кажется, девочке можно отправлять денежку. Ну какой? Вот этот из Грузии? Да, это Грузия. Давайте. Если сейчас не будет лайка, то у вас глюк. Ну, дружище, это не у нас глюк, это у Инстаграма тогда глюк. Да, у нас глюков нет. Есть лайк. Так, это уже радует, что все-таки по-честному. Ну, давай сюда тогда еще проверим. Вот еще один, да. Тимо. Тоже есть она. Есть. Ну что, я думаю, что... Поздравляем первую девочку. Тима Александра. Тима Александра, напиши, пожалуйста, мне в директ. И ты выиграешь 5000 рублей. Ты уже выиграла 5000 рублей. Ты выиграла 5000 рублей, молодец. Так, я тебя сфоткал, Тиму Александра. Да. Второй. Когда же я-то хоть что-то выиграю, а? Я, блин, постоянно во всех твоих конкурсах участвую, Соня, и что? Да, конечно, я вообще ни одного комментария от тебя не видела последний месяц. И что? Вообще ничего не выигрываю, друзья. Невозможно выиграть в этом конкурсе. Кафе Хинкальное. Нет, это точно. Ну а что у нас? Кафе Хинкальное ставит большой палец вверх. О, Тима Александр, ты прям клево, кайф, ты выиграла, молодец. 5000 рублей твои. Да, пиши мне в директ, скорее всего. Пиши в директ. После эфира я тебе отправлю денежку. Ну так что, кафе Хинкальное не считаю. Ну, типа, классно, говорит, кафе Хинкальное. Классно. Ну, что-то я сомневаюсь, но можно проверить, конечно. Ну давай проверим. Что кафе Хинкальное хотело участвовать в конкурсе.
Где вообще твой лайк на мой пост, я не поняла. В плане. Так я снял, потому что невозможно выиграть. Тебя невозможно выиграть, Соня. Понятно. Не, кафе Хинкали было близко, но на этом все закончилось. Так. Шагинова 333. Эту девочку я знаю, она в прямом эфире, она очень много мне ставила. Пожалуйста, хоть бы она выиграла, потому что она мне очень Сейчас много... проверим. Настя 19, ты, пожалуйста, не огорчайся, но ты же понимаешь, что мы должны следовать. Да, и мы проверяем в прямом эфире, твоего лайка нет. Мы начали думать, что может быть проблема в Инстаграме, но ты же видишь, нет. Что у Тима Александра все лайки стоят. Соответственно, все честно, как нечестно. То есть ты нам предлагаешь поверить твоему слову, хотя нет повода, конечно, тебе не верить. И при этом сказать, что типа, да, друзья, вы все видели, что Настин лайк не стоит, но он там должен быть, поэтому она выиграет. Настюш. Лайка не было. Шагинова 333. Она в прямом эфире. Она в прямом эфире. Я видела ее комментарии, она мне писала директ даже. Ну давай проверим. Пожалуйста, милая, не оплошай, потому что очень хочется тебе отправить денежки. Ну как нет? Ну как, Соня, ну вот так, нету тоже. Шагинова 333, нету? Ну как нет? Ну как нету? Ну нету, Соня, ну вот так вот нет. Давай здесь проверим, вот здесь. Может быть, они, ну, девочки не поняли условия конкурса? И здесь почему-то нет. А как здесь-то может не быть? Ну ты скажи. Я не понимаю. Ну реально нету. Ну она писала мне в директ, что она выполнила все условия. Ну если, значит, лайки должны быть. Соответственно, и у Насти 19 тогда должны быть лайки, если она тоже говорит, что все лайкала. А лайков нет. И Настя говорит, я все ставила. Ну и что нам делать? И как быть, я не знаю. Ну как, я предлагаю, я просто заберу подарки обоих. Обеих, во-первых. Ну, друзья, ну вы же видите, как так-то? Походу инста лагает. Потому что вы же слышали, ты слышала, недавно подписчики пропадали у людей. И только добавились. Может быть и с лайками такая история? Ну давай тогда сделаем честнее. Ну, раз Инстаграм глючит, ребята, потому что, ну, как бы реально люди говорят, пишут, что Инстаграм глючит. Давай проверять комменты. Комменты не должны, по идее, пропасть. Давай проверим вот эту вот Анастасию, потому что она у нас была в генераторе. И вот эту девочку... Давай, а как вот комменты Анастасии? Она 852-я, так что она, по идее, должна быть в конце. Да понимаете, друзья, условия-то выполнены. Вот, у Насти комменты есть. Комменты есть, но вряд ли она ставит комменты и не ставит, поставила бы лайк. Нелогично, правильно? Согласен, нелогично максимально. Ну давай вот здесь проверим комментарий Насти 19. Давай. И тогда, если есть ее комментарий, Насте приз выдадим. Да, я согласна. Ну ты честно. Понимаешь? Не, а инстат лагает, как конкурсы проводить? Да. Друзья, вы согласитесь, мы не меняем условия. Если вы смотрели прямой эфир изначально, то вы видели, что Инстаграм лагает, и поэтому мы не... Вот Шагинова 333 комменты. Друзья, смотрите, Инстаграм лагает, соответственно, мы не можем проверить условия на предмет лайка, потому что девочки, которые ставили лайки и писали, что выполнили все условия лайков, Инстаграм пишет, что лайки не стоят, хотя они ставили. Поэтому для того, чтобы быть честными, чтобы сегодня разыграть приз, те девочки, которые выпали, Анастасия 19 и Шагинова 333, если есть их комменты, мы им вручим призы, потому что, к сожалению, по лайкам, ну, как бы мы не можем определять. И вот Настя 19. Да, да, да. Поэтому, друзья, идея какая? Осмысленный комментарий люди пишут, должен быть. Нет, в условиях этого не было. Был, как было в условиях? Хороший комментарий. Если мы откроем вот здесь правила, вот они все условия, я ничего не меняла, не удаляла. Хороший комментарий. Ну, как бы сердечки, на самом деле. Тем более, что девочки писали много комментариев, и там были сердечки, и осмысленные, и всякие разные. Хорошие комментарии. Ну, тебе люди тоже как бы пишут, а что, можно было тупо фигалить смайлики? Да, вы могли делать все что угодно. Хороший комментарий, и считается, и смайлики тоже. Если бы я сказала осмысленный комментарий, это одно. А, слушай, пишут люди, что если бы они только что поставили лайки, то мы бы их увидели. А так они лайки ставили давно, то Инстаграм может не отображать. Ну что, друзья, давайте сделаем тогда так. Давайте сделаем Шагинова 333. Да. Подарим 5000 рублей. Да. И Анастасия 19 подарим тоже 5000 рублей. А вот эту девочку первую.
А Копылкова? Да. Ну тогда тебе 20-ку дарить придется. Ну 20-ку будешь дарить? Не, ну это честно, ну, согласись. Что поделать? Она первая была. Да, давай ее проверим. Или она была после Анастасии? Ну, давай, да, все равно, но, Соня, ну, сама виновата. Так, Копылкова. Настя, 19, поздравляем, ты уже получаешь приз. Шагинова 333, получаешь приз. Получаешь. Марк Цукерберг, тебе пора что-то конкретно делать с платформой со своей. Так, а Копылковой как нам быть? А, вот есть комментарий, Копылкова. Угу. Снежинки. Давай еще один Копылковый вот здесь проверим. Друзья, и там вот сейчас люди пишут, а что, да. Можно было писать много комментов? В конечно, этом и суть. Было. Пишите дофига комментов, потому что идея какая? Что чем больше комментов, тем больше коэффициент вовлеченности у Сониных постов, за что она, собственно, и дарит бабосы, и тем больше у вас шансов на победу. Поэтому я, теперь пишет Соня, всегда лайкаю без конкурса. Спасибо. Друзья, перейдите ко мне на страничку «Малолетов вдвоев» на конце. Слышишь, полайкайте меня. Себя. Полайкайте меня, пожалуйста. Раз я не выиграл в этом дурацком конкурсе. Все куплено, невозможно выиграть. Я лайкал каждый пост, писал комменты, да, много комментов. Да, я говорила, что хороший комментарий. Но сердечки тоже хороший комментарий. Друзья, я максимально беспристрастен. Базара нет, хороший комментарий, и сердечки за него канают. Давайте да, будем честны. Хороший комментарий. Но тебе, Сонечка, на заметку, в следующий раз учитывай, пожалуйста, надо написать... Вот видишь, солнышко, то есть не только смайлики. Да нет, что тебе надо сделать? Во-первых, надо написать людям, что, ребята, можете писать много комментов, чтобы повышать свои шансы на победу. Хорошо. А во-вторых, что написать, если хороший, то даже смайлик подойдет. Хорошо. Ты, да, более совершенными конкурсы надо делать, знаете, согласна. София. Да. Как все субъективно. Для вас, может быть, субъективно, для нас объективно. Конкурс наш, поэтому для нас это не, нет, стой, должно быть для всех объективно. Но это для всех я объективно. Надеюсь, что все, кто с нами с начала трансляции, вы понимаете, что результаты-то не объективные, просто они могут показаться субъективными тем, кто зашел позднее, потому что они не видели, что Инстаграм лагает. Да. Ну а что у Копылковой непонятно, человек, видимо, один коммент писал. Копылкова, ты в прямом эфире, скажи, пожалуйста. Не видим твой коммент. А вообще, в чем выгода? Выгода, что можно писать комментарии. Как нет? Выгоду надо объяснить человеку. Выгоду пишешь комментарий, и есть шансы выиграть деньги. Зачем Леня столько матерится, создает образ неотесанного деревенщина? Кошмар. Так это не образ, друзья. Так, ладно. Копылкова, скажи, пожалуйста, если ты в прямом эфире, ты писала комменты? Скажи нам честно. Где он, люди без верифицированных аккаунтов участвуют в комментах? Соня, ну не вижу я комменты. Ну я тоже не вижу, вот Анастасия вижу. Девочку. Нет, давай поймем, Копылкова, она была у нас сначала, либо она была после Анастейши. Если она была после Анастейши, то, в принципе, можно остановиться. Вот мы сейчас подобавим еще победителя. Он куда вылезет? Пуш, он вылезет вниз. Значит, Копылкова была сначала, тогда ищем еще ее комментарии. Как нелегко с этими конкурсами. А самое главное, что сколько конкурсов не проводи, всегда будут люди, конечно, кто будет недоволен. И это очень обидно, на самом деле. Ты понимаешь, что, видимо, Копылкова писала только один комментарий? Ну, я думаю, тогда будет честно отдать девчонкам, которые писали много комментариев. Не, подожди, так она была сначала. Ну, хорошо, проверяем. Я просто вот вижу, вот эту Шагинову девочку вижу, Анастасию вижу, победительницу нашу. Шагинова, они вообще, девчонки, она вообще пластались я там. Я говорю, что она очень активная была. Я же визуально все равно запоминаю. А кто у нас первый победитель? Вот это Тимо Александра. Мы ее проверили, у нее все есть. Да. Да. Да, хорошо. Вот Анастасия, вижу. Все. Да реально, Соня, сложно Копылковой проверить. Если человек писал один комментарий,
основном девчонки знали, что надо девчонки, делать. Девчонки, да. От души просто фигачили. У них, может, даже палец на айфоне заело. Нет, я считаю, что вот этим девочкам абсолютно честно. И вот, них... Копылкова есть. Ну все, тогда и Копылкова. И она писала зато осмысленный комментарий. Значит, я отправляю 20 тысяч вместо 15. Да, да. Как бы с тебя пятерка тогда. Я конкурсы не провожу. У меня нет столько денег. У нас, да, у нас целых 4 победителя получилось, потому что Инстаграм лагал. Тима Александра, Шагинова 333, Анастейша 19 и Копылкова. Девочки, я вас поздравляю, вы у меня большие. Я сейчас туда пойду, да? Ага. Поздравляшки, девочки, напишите мне в директ, я вам отправлю денежку. Сейчас спасибо за участие. Следующий конкурс будет более совершенный и более осмысленный, да? Мы все сделаем красиво. Да, еще если Инстаграм не будет лагать, вообще будет супер. Да. Все, спасибо за участие. Друзья, кто не выиграл, вы не огорчайтесь. В следующий раз, значит, выиграете. Конечно. Да. Вы просто хреначьте до хрена комментов. Вот и, собственно, весь секрет успеха. Все, друзья, Сонечка вас тоже любит. Говорят, любит тебя. Пока. Пока, друзья.